Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Если вы только что хотите выйти из дома, остановитесь. Сядьте на диван и не выключайте телевизор, потому что сейчас, возможно, вы можете упустить свою мечту. Говоря сегодня о велюре и бархате, я хочу заметить, что велюр и бархат все более-более плотно входит в нашу жизнь. Казалось бы, костюм Олли, выбор Елены Шептуновой. Да в этом костюме можно даже в ресторан пойти. Настолько эффектно выглядит Лена. Кстати, перед выходом нашей программы она пела, как будто Виктория Цыганова на сцене. Слушайте, ну действительно, как только облачаешься в яркие расцветки, в дорогие ткани, сразу чувствуешь себя на празднике. Особенным, правда? Особенным. И это костюм Оли. Вот что творят с нами наши модные вещи. Это просто чудеса. Тем более, что мы сегодня получаем сразу две вещи. Это и брюки, это потрясающая куртка-бомбер за 2499. Послушайте, ну это фантастика. Если взять отдельно каждую из этих моделей, считайте, что вы в центре внимания. Ведь бомбер уже второй сезон не сходит с подиумного Олимпа. Эта вещь уникальна, универсальна, удобна. Если будет жаркое лето, вам уже не нужна куртка, потому что в вашем гардеробе есть ее альтернатива. Альтернатива ветровки – модный бомбер. Ну и брюки, которые вы можете носить в любое время года. С угами, с теплыми ботильончиками. А когда будет тепло, вы можете надеть не только кроссовки, вы можете надеть даже туфельки, как на Елене. Это спортшик. Это стиль, который сегодня выбирает селебрити, известные люди, актеры, певцы нашей страны. Ну и цвета у нас, согласись, тоже отливают серебром, особенно если смотреть вот на голубой цвет. Он же просто как жемчуг. С серебром вместе окантованный. Очень переливы. Красиво смотрится. Очень посмотрите. Дорого. На самом деле это не просто бархат, велюр. Это крэш-бархат. Это ткань уникальна тем, что мы видим с вами ее небольшую. Это как ткань жатка. Помните, я рассказывала вам об уникальности материала ткани жатка. Крэш-бархат очень популярен. И на самом деле за счет вот такой игры цвета он корректирует фигуру. О, об этом поговорим интересно. Позднее. Ну что ж, следующий оттенок у нас, ну это красота. Жемчуг. Ну настоящий жемчуг. Да. И заказывайте как изумруд. Мы выбираем с вами по основе принтованной вставки. Посмотрите, очень эффектно, невероятно красиво. Еще один черный, черный с красным. А вот Леночка Шептунова у нас выбирает сегодня черный фуксия. Ну вот они два одинаковых черных, но различаются по рисунку. Розовый и красный. Какой нравится вам, забирайте сразу два, потому что это ограниченная партия. Размеры у нас от 50 до 64 есть все, ну и цена сразу за две вещи 2499 рублей. Кстати, обратите внимание на то, что у нас сдвоенные размеры. Так. Я обожаю такие вещи, потому что на самом деле всегда хочется взять посвободнее одежду. Я ношу 52-й, но выбрала для себя костюм 54-56. И вам советую, если у вас есть какие-то секреты, нюансы фигуры, лучше выбрать посвободнее вариант. Вот Лена Шептунова носит у нас размер 48. На Лене размер костюма 50-52. Выглядит Лена потрясающе. Ой, поэтому, комфортно. Если у вас размер, например, 60, возьмите 62-64. Ну, действительно, потрясающее ощущение. Во-первых, свобода. Ничего не давит. И я не чувствую себя, ну, с прибавленными сантиметрами. Вот в чем самое главное. Конечно, Лена, какие прибавленные сантиметры? Даже если посмотреть на то, что вы выбираете костюм, это уже плюс. Помните, я рассказывала секрет изящной фигуры? Когда мы выбираем с вами верх и низ в одной цветовой гамме или монохромность, мы визуально вытягиваем свой образ, а значит, автоматически становимся стройнее. Виктория выбирает для себя очень красивый серо-голубой цвет в сочетании с ажурной водолазкой, как и Елена Шептунова. Водолазка называется «Кружевные узоры». Я советую вам сегодня не упустить возможность выбрать для себя королевский ансамбль. На нашей Ксении серый цвет, серый жемчуг, очень эффектный. Ой, очень красивый. И мне нравится, что эти наши костюмы очень богато разрисованы цветами. Это еще одна сложная технология. Сразу хочу показать брюки. Вы знаете, многие женщины вот сейчас уже сидят и хотят Конечно. Заказать для себя костюм. Давайте покажем, что наши брюки Они невероятно потрясающие. Тянутся. Посмотрите на эту эластичность. У меня в руках 54-56 размер. То, что я выбрала для себя. Я их сейчас приложу к себе.
Посмотрите. Может еще одна влезть, ну, половина точно. Вот за счет того, что эта ткань мягкая, она очень комфортна и эластична, вы 100% посадите эту вещь на себя. Не переживайте по поводу посадки. Высокая посадка подбирает животик. В этих брюках вы, я точно знаю, поедете в отпуск. В Турцию, в Крым, в Сочи, кто куда. Ведь внутри у нас с вами шелковистая вискоза, а значит, нам будет свежо. Ну вот знаешь, Свет, вот я вспоминаю раньше времена, когда, например, мое бархатное платье действительно висело в шкафу и ждало своего звездного часа. Смотрите, как дизайнеры устроили для нас. Мы хотели носить дорогие ткани. Конечно. Пожалуйста, вот он ваш костюм, Оля. Это ткань, бархат, крэш, который вы можете носить в любой ситуации, в повседневной жизни, на праздник. Это два в одном. Можно разбивать, можно сочетать. А то, что касается бомбера, здесь тоже идет комбинация расцветок. Принт и однотонная ткань тоже обрезают ваши излишки. Ну вот вам, пожалуйста. А теперь, пожалуйста, смотрите, как вы можете разбить свой костюм Оли и сочетать с разным низом или с разным верхом. Вы можете сегодня фантазировать и экспериментировать. Костюм Оли это позволяет. Потрясающая куртка, которая выступает и как жакетом, в сочетании с юбкой дает нам готовый ансамбль. 2499 рублей сразу за две вещи. Дозвонитесь. Размеры до 64-го. Посчитайте, сколько ансамблей мы можем сочетать. Брюки с блузой, брюки с нашей курткой-бомбер как единый ансамбль, с юбкой. На платье можно накинуть миллион. Однозначно. Просто. Но все-таки у меня к вам совет, дорогие наши модницы. Вы видите, что костюм Оли выполнен из богатой, дорогой королевской ткани крэш-бархат, имеет у нас насыщенный принт. Поэтому давайте вспомним основное правило правильного гардероба. На Ксении на принте есть бирюза. Мы подобрали под яркую бирюзу бирюзовую юбку. Но вы уже сейчас можете заказать юбку под названием Нина. Она у нас представлена в многообразии расцветок. Еще раз давайте подведем итог. Вот сегодня, когда меня спросят многие мои подруги, Света, что ты выбираешь? Я скажу, я выбираю комфортную и модную одежду, которой могу отнести наш костюм. Слушай, ну а стирать легко? Вот еще конечно. Скажи, легко, при температуре 30 градусов гладить изнаночной стороны. Это здорово.